Вот. Следующий у нас гибрид, это гибрид Друзья или 610. Мы его позиционируем в сегмент. Чем хорош этот гибрид? Ну, в первую очередь, тем, что он ранний, дружный и неприхотливый. Если мы сравниваем растения, то его растение больше похоже на мохитос. То есть он не реагирует так сильно на гормоны, как реагирует, например, акия и ламина после обработки там, плодов гормональными препаратами для завязывания плодов, например, 24D, 36C, ну, и все остальное. Акия и ламина имеют свойство скручивать верхние листья, там, и потом как бы, они получаются усеченные, и наши фермеры любимые очень этого боятся, считают, что как бы, так проявляются у них первые признаки вируса. У Зульфии, как у мохитоса, этого не наблюдается. То есть гибрид хорош как для первого, так и для второго оборота. Плоды однородные, транспортабельные, красивые ровные кисти, хорошо завязывают в любых условиях, как при низких температурах, так и при высоких, за счет того, что у него более большая листовая пластинка, которая помогает растению себя хорошо балансировать. Плоды имеют свойство не мельчать без перезаращивания, если мы правильно ведем нашу культуру. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.